Подождите, у нас 3 победы. Че, вы че, с ума сошли? Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive. Да, у нас пару дней назад появились вот такие вот, типа, точки, башни сражения, или как там еще их можно назвать. Что-то подобное было в покемоне. И мы сейчас попробуем. Вот здесь смотрите, сколько динозавров, сколько точек. Вот чтобы у вас такое возле дома было, нафиг, конечно, вам тогда Nox-эмулятор. Или что-то подобное. Ёлки-палки, вон, смотрите, здесь редких. Надо завров, кстати, последнее много, ну, последнее время много, то есть вот этих вот пирораптор, это ютораптор, ютарапторов тоже много, надо их как-то еще поналовить. Ну, надо завриков тоже стоит поналовить. Я, ну, их уже наловил довольно много за все время, но тем не менее теперь их искать не нужно, они все есть на карте. И вот этих гаденышей тоже очень много, пастозухов уже, наверное, ловить не стоит. Также немножко насобирал денег, но деньги насобирались чуть ли не за неделю, ну, благодаря тому, что, да, у нас Treasure Hunt, короче. И, в общем-то, записывал я вчера серию, думал, выложу в воскресенье, но, короче, фигушки. Вот, короче, что я сделал. Я держал здесь победу, записал это сражение, оно состояло из 5 сражений, там были противники 6-8 уровня, в основном за уроподики. В общем-то, с большим условие было какое, не знаю, но у всех, наверное, одинаковое условие было. Противники у нас, нам показывали, какой противник, 6-8 уровень, и это противник с большим количеством жизни, то есть это танк. Нам предлагалось взять кого-то, кто будет пробивать сквозь броню или бить с бонусом. Ну, в общем-то, было все очень легко и просто, то есть вообще, то есть 6-8 уровень. Но, к сожалению, у меня закончилось место на жестком диске, и все пошло коту под хвост. А, вот еще, кстати, акция. Думал также, что они разные, а оказывается, они все одинаковые. То есть одну прошел, и все стали неактивные. Это раз в 2 суток можно сделать. Ну, награда была такая себе, по пару сот монет. Да, также меня радует, конечно, вот это сокровище собирать. По 20 или по 22 тысячи я собираю. Еще осталось почти, ну, 3 дня. Блин, это круто. Реально можно разбогатеть. Можно разбогатеть. Хотя, наверное, я не дособирал. Вчера, позавчера, что-то я думал, что 1010, а вот сегодня считал, получилось у меня 20 тысяч собрать. Ну, где-то, короче, или я неправильно посчитал. Вроде вчера, позавчера, там 10 или что считал, короче, ладно. Ну, в любом случае, на шару дают, бери. Так, у нас сегодня, как видите, воскресенье, последний день бонуса на этой неделе. У нас тут эти спинотарапторы. Мы давайте-ка придем сюда. Не, давайте не сюда, даже придем, откроем нашу арену. 15-минуточка. Так, следующих 2 боя у нас будут 3-часовыми. Так, я немножко опустился здесь в лиге, 2870 нахожусь, но нужно еще немножко ниже опускаться, чтобы можно было сражаться вот такого уровня динозаврами. То есть я вот брал динозавров попроще. Ну, сегодня у нас возьмем еще спинотораптора, он будет здесь будет самый мощный. Других сильных драконов, динозавров брать я не хочу, блин, 112 их уже. Елки-палки, 112. Что здесь из нового собрать можно? А вот этот почему мигает? Странно. Аморгоцефал. Мне предлагают создать аморгоцефала. Елки-палки, ребят, давайте создадим. Где-то я его поймал, даже отдельно. Когда-то. А теперь нам предлагают его собрать. Это что случилось? Кого я качнул на какой уровень, что появилась эта штука? Либо просто это новый гибрид, аморгоцефал. Эпический гибрид. Редкий и обычный. То есть у нас... Так, ты кто? Это у нас скалозавр, да, обладатель самой сильной брони, 40%, хотя уже не факт. И вот аморгоцефал, кстати, давайте сейчас вот создадим аморгоцефала, еще и аморгоцефала возьмем наши новые битвы. Ну, надеюсь, как бы у нас получится им посражаться. И есть ли гибрид из-за аморгоцефала, тоже вопрос. Создаем, сразу получаем 11 левел. Ух ты, блин, ну чё, круто выглядит, мне нравится, как он выглядит. Булава такая, смотрите, ух ты, вот булаву можно разглядеть. Ну, булава как у анкилозавра, ну, у скалозавра в данном случае, да, а верхушка реально как у аморгозавра, прикольно выглядит. Сейчас он хвостом как лупнет. Аморгоцефалище, прикольно. Прикольный ты парень. Да, и с него можно еще гибрида сделать, а ну-ка давайте, что за гибрид из себя. Аморгоцефал...
Трагодистис. Плюс пара за Уралов. Ладно, 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 возвращаемся. Значит, можно давать еще его качнем. Еще на один уровень качнем сейчас с вами. Очечки есть, 92 тысячи. Кстати, Раптора еще хочу качнуть, конечно же. Также у нас на следующей неделе будут же доступны и Раптора, можно будет 48. 48 можно будет наловить либо Рапторов, либо Галимимов, либо еще кого-то там, ну, среди обыкновенных. А потом еще будут редкие, это будут Чарли или Дельта, будет... И будет еще кто у нас из... Дейнахейр редкий будет. И будет Орнитомим. То есть, ну, вот так. Давайте, 2000 всего лишь. Это фигня. Мы его качаем. Так, жизнь есть. Ну, что-то показатели не очень. Но у него броня максимальная. То есть, вместо анкилозавра его можно взять. Ну, я бы еще, короче, качнул на уровень. Ладно, давайте сейчас мы про него прочитаем. А потом качнем. Так, аморгоцефал может похвастаться костяными щитками, как у скалозавров, и спинными шипами аморгозавра. Благодаря плотности скелета этот гибрид один из самых тяжелых динозавров своего размера. Неплохо. Так, уязвимость. Так, только не помню, а с какой процент уязвимость дает? Плюс 30-50%. Так, полтора удара урон. Хорошо. Так, опережающий удар... ну, в общем-то, полный щит, непобедимость и снижающий удар с перезарядкой 1 к скорости цели на 2 хода. Очень классно. То есть ее каждый второй удар можно замедлять цель. Это круто. Давайте сейчас мы на 13 левел и качнем. То есть, ну, думаю, на этой арене плюс-минус уровень противника будет до 15 в основном. То есть мы сможем победить. В общем-то, как я и говорил, я опустился на шестую арену, даже чуть ниже, нужно еще ниже, на 2500, вот там 2500, вот там вот болтаться было бы самое оно. Мы бы могли тогда вот, создал эпика, 1-2 уровня качнул ему за пару тысяч и пошел сражаться, очень классно и удобно. То есть, погоня за топ-1 меня точно здесь не интересует, без доната никуда ты здесь не уедешь, без гигантского доната, нужны здесь миллионы монет, я вообще даже не представляю, сколько нужно монет, чтобы качнуть на... На 20 уровень, например, или на 25 выше, это жесть же. Там же на 18 где-то уровень 1060, там 300-500 тысяч, наверное, на 30 уровень миллион надо. Ужас. Так, ну а мы последний раз создаем аморгозаврики. Кстати, аморгозавры очень ходовой товар. И вот, да, давайте эволюционируем. Ну, удар, конечно, слабый. Слабый удар. Ну, есть удар на полторашку, да. Так что давайте будем... Ух ты, блин. Говорится, головой как приложился. Ну, молодец. Хорошо выглядит. Язык нам показал. Ну, бьет так, у меня аж в ушах аж звенит. Ну, то есть, наушники так басы передают. Итак, раз такие у нас пироги, то кого мы сейчас уберем отсюда? Давайте уберем Рекса. Блин, убрал один. Изменить. Убираем Рекса и ставим нашего нового Диноса. Вот так вот. Готово. Ну, помчались на арену. Выбираем существо. Конечно, берем нашего нового танка. У нас сегодня день аморгоцефала и спинатораптора, так сказать. Вот так вот сразу делаем. Ты думаешь, что ты нас замедлил? Не, друг, это мы тебя замедлили. У нас контратака есть? Да, я что-то пропустил этот момент. Контратака на половину удара. Уязвимость нужно ему дать. Ах ты, гад, парализовал нас таки. А почему на нас что, паралич не сработал? Ладно. Пропускаем 2 хода по факту. Опять-то он парализовал нас. Опять паралич. Это, конечно, нехорошо. Что-то нам так не везет. Он такого же уровня, как и мы. Но капец, сколько он нам уже урона нанес. А мы вообще его... Вообще ничего. Блин, и ты 3 раза подряд он нас запарализовал. Ну, блин, ну...
Это, конечно, печально. Ладно, выпускаем наше секретное оружие. Снизим ему урон, чтобы он нас не дымажил. Замедлил нас гад. Блин, ничего себе, мы снизили ему урон, как он нас продымажил-то. И парализует сейчас. Но это у нас какой-то не фарт. Нет, фартануло хоть немножко. Но печально, смотрите, 13-й стегоцератопс вообще в клочья порвал нашего гибрида. Что-то он меня разочаровал сразу, сразу же. Так, появился Рекс. И Рекс быстрее нас? Как? А как? Это было замедление на нас? Подождите, как Рекс мог... А, это... Ладно. Ладно, ладно. Ну, мы его, конечно, не пробьем. 14-й Рекс. А вот он нас прокусил. Печально. Неудачное начало. Нужно еще ниже опускаться, ребята, чтобы можно было вот сражаться. Кем хочется, все-таки нужно пониже. Так, и кто у нас тут попадается? Так. Ну, давайте откроемся нашим танком. Против нас Гаргич. У него... Ой, очень плохо, конечно, это нам. У него удары как раз сквозь... Ну, о, крит прилетел в кои веке. Один из 20 крит прилетает нам. Так, щит у нас сколько держится? 4 хода. Тогда спешить не будем. Оу-оу-оу. Так, ну на следующий ход он нас пробивает. Без вот этого удара он бы нас точно пробил. Так, ну это у него был удар как раз слабенький, который не пробивал бы наш щит. Блин, ну взял и выжил на 20 хелсах. Давайте монолофика возьмем. Это что, два одинаковых удара? Ну. Блин, полторушечка. Больно бьется монолофозавр. Так, появился Алыч. Больно бьет сквозь броню, да. Но скорость, конечно, медленная. Но все равно нам будет прилетать-то прилично. Неплохо. Неплохо. Кстати, он довольно шустрый, да, 127. Но повеселее, чем Таникал Агреус. Или, хотя у Таникал Агреуса, по-моему, 130, да? Одинарный урон, минус 50 на 2 хода. Здесь у нас было двойной урон. А, вот оно что. Пасти Метродон. Что-то он мне вообще не зашел. Ага, на него же не... А, вот это очень ему не повезло, конечно. Мы сейчас ему двойной урон при... Дали бы. Ну, тайм-аут, давай. Он использовал вот этот удар. У него сейчас будет удар сквозь... сквозь броню. Так, ну
кровотечение на него не сработает же, да? А у нас брони нет. Но скорость тоже 126. У него так скорость хорошая у спината раптора. Пробьет его? Да, пробивает двойной урон. Следующий получит кровотечение. А, следующего уже не будет. Так. Одна победа есть. Наконец-то, ребятки, нам попался еще один раз аморгоцефал. То есть даже если я сейчас пролетаю, проигрываю, то есть я как бы не буду еще играть. Я уже десяток, второй десяток боев идет. Это была контратака всего лишь, не переживайте. А это была обычная атака. Так, ну снижение. Так, ну он сейчас у нас будет обычным. А, гаденыш подменился. Хитер. У Стигича тоже контратака появилась, да? Так, что-то он какой-то слишком злой, этот... А, это ж кентрозавр. Так. Давайте сделаем так. Это была, наверное, неудачная попытка. Вот сейчас завалит нас. 66, это было больно. Так, контратаки у него нет. Так, мы каким-то чудом и победили этого противника. А это плохо, у меня никого быстрее нет. Никого быстрее нет, а следующий, кто выйдет, получит сразу снижение урона и двойной урон, ребята. Печально. То есть не переживет этого. Ой, как больно мы его ударили. Ну, если мы два паралича не выдадим, то нам хана. Ой, неужели? Так, ну у нас сейчас опережающий удар доступен уже. Он там побыстрее будет, но не сейчас. Так, есть паралич. Но теперь его очередь ходить. Ну ладно, давай. Блин, а он повысил себе скорость. Плохо дело. И у него доступен двойной урон. А у меня 11 уровня. Блин, ну... Мой эрлик... Сейчас окочурится с великой долей вероятности. Даст ли это нам походить первым? Не даст. Вот и все. Опять. Ну, он ходит быстрее. И контратака нас не спасла. Ну, ребята, я сделал то, что должен был. Мы еще живы? О-хо-хо! Это эпик вин. А это что такое было? А, это просто подмена, я уже испугал. Подождите, у нас три победы. Чё, вы чё, с ума сошли? У меня уже три. Что происходит? Как это называется? Я что, должен всех его противников сейчас победить? И мы проиграли, да? Ничья? А как такое может быть? Я что-то не понял.
все только что произошло. Это новое правило. Только я не понял, какая механика, как это все дело работает. Надо, короче, повтор пересмотреть, ребята. Ну, на этом я, в общем-то, с вами прощаюсь. Смотрите, как я опустился. 26.52, и все равно здесь, скажем так, не разгуляешься. Вот такая вот у нас, короче, троица. Ну, у нас была команда. На следующий раз мы сможем взять других динозавров, потому что я попытаюсь опуститься еще ниже, на 2500 кубков. И у нас будет возможность сражаться разными динозаврами. Так что ставьте пальчик вверх и до скорых встреч.